Праздничные мероприятия и активности пройдут во Владивостоке. Неделя в молодежной столице стартует с 29 июня и продлится до 6 июля. Основной площадкой станет набережная Цесаревича. У нас есть несколько ключевых блоков, которые мы хотели бы вывести в качестве основных векторов. Первый – предпринимательский, туристический, творческий и активный. Здесь про все, и про развлекательный контент, и про спорт, я уверен, что будет любопытно. Ключевая тема всех мероприятий, вне зависимости от площадки, это объединение. Мы объединяем Россию, жителей нашего города, каждое сообщество и, конечно, каждого представителя молодежи, который живет в нашем любимом городе. Участников праздничного фестиваля будут ждать лекции от ученых и специалистов со всей страны. Активности от проекта «Росмолодежи» больше, чем путешествия, в число которых войдет и сбор мнений и предложений для организации нового молодежного туристического маршрута, а также квесты и праздничные концерты. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.